Мне нужно поговорить с вами кое о чем с глазу на глаз, если позволите. Если вы станете меня просить заявить всем, что я верю в то, что произошедшее заговор, можете не тратить время. Нет, нет, не стану. Я пришла лишь сказать о том, что я на вашей стороне и одобряю ваш поступок. Прошу. Проходите. Понимаю, вы не нуждаетесь в моей поддержке или одобрении, Шахрезад. Вы очень сильная, стойкая женщина. И все же я с вами, и мне хочется, чтобы вы это знали. Спасибо. Но мне непонятно, почему вы... Вы честная женщина, какая огромная сила воли. Я действительно восхищаюсь вами. Прошу извинить меня за то, как я к вам относилась все это время. У нас с вами сложились не самые теплые отношения, но это полностью моя вина. Надо сказать, Шахрезад, что вы продемонстрировали по-настоящему взрослое поведение. Я, как мать, просто волновалась, что Анур... совершит ошибку. Ошибку? Но ошибкой были не вы. Ошибкой стал для вас мой сын. Я это признаю с прискорбием. Знаю, вам это может показаться странным. Вы наверняка думаете, да разве мать может такое говорить о сыне? Да, мне бы не хотелось говорить подобное. Вы даже не представляете, как мне грустно. Скажите, Анур когда-нибудь рассказывал вам о разрыве своих родителей? Он подробно не рассказывал. Так, немного. Значит, подробно не рассказывал. Без каких-либо деталей. Когда я увидела, как вы покинули Анура, отказавшись от сказочной жизни, мне стало стыдно. Я не смогла сделать того, что сделали вы, Шахрезад. Хотя мне было известно о том, что у отца Анура есть любовница, я продолжала делать вид, что ни о чем не подозреваю. Приходилось терпеть этот позор. Мне хотелось верить, что муж вернется ко мне, но он ушел насовсем. И не просто ушел, а умер в постели той женщины. Он оставил после себя все эти газетные заголовки. Пап, представьте, сколько унижений я пережила. Кто может теперь... понять меня лучше, чем вы. Пожалуйста, налей мне еще. Пострадавшие есть?
Мелек. Здравствуй. Ты не успела взять трубку? Да нет, телефон был у меня в руке. Не хотелось разговаривать? Да, не хотелось, вы правы. Почему тогда звонишь сейчас? Заферби, я... Мелек, надо поговорить. Приезжай, прошу тебя. Заферби, мы оба знаем, что произойдет, если мы начнем разговаривать. Меня это не пугает. А меня пугает, Заферби. Не нужно бояться любви, Мелек. Приезжай. Пожалуйста. Или скажи, где ты, я приеду сам. Заферби, прошу вас, этой любви не должно быть. Покончим с ней, не начиная, пожалуйста. Будь по-твоему, давай так и поступим. Но сначала приезжай и скажи, что не любишь меня, посмотрев мне в глаза. И тогда я замолчу об этом. Заферби. Мелек, я не могу без тебя. Мелек, почему ты молчишь? Вокруг что-то происходит. В каком смысле? Возле нашего дома толпа. Что такое? Остановите, пожалуйста. Мелек, в чем дело? Не понимаю. Перед нашим домом столпотворение. Я вам попозже перезвоню. Пожалуйста, отойдите. Слышите? Отойдите. Вам сюда нельзя. Постойте там. Не мешайте. Отойдите, пожалуйста. И все будет хорошо. Не волнуйтесь. Не мешайте работать с людьми. Пойдем, пойдем ее пора. Сестренка моя! Все будет хорошо. Жива. Я не знала, что вам пришлось только вынести. Мне очень жаль. И подумать не могла, что мой сын поступит с вами так же, как когда-то поступил со мной мой муж. Ладно, не хочу больше терзать вам душу. Если бы все сложилось иначе, и вы стали моей невесткой, я искренне хотела бы, чтобы вы не переживали этого позора, Шахрезад. Поверьте мне. Я верю вам. И очень ценю вашу поддержку. Я, пожалуй, пойду. Не буду отнимать у вас время. Ну что вы? Если бы я была такой же сильной и смелой женщиной, как вы, моя жизнь сложилась бы совершенно по-другому, Шахрезад. Совсем по-другому. Как бы мне хотелось начать все сначала, прожить эту жизнь заново. Мои двери всегда для вас открыты. Спасибо вам.